Встречайте, молодежная сборная города Темиртау. Бурными аплодисментами. Если пенсию мы здесь получаем. Ну, привет, Темиртау! Мы молодежная сборная. Да, это мы, участники Сочинского фестиваля 1988 года. Мы единственная команда, для которой старый парк был новый. Это вы в магнитки играете, а мы ее строили. Да помним, помним! Стоп! Девочки! А где наша Римма Марковна? А вы что, не знали? Она же нас покинула! Ой! В Алмату переехала! Ой, Рая! А что это у нас, Карлыгаш, такая довольная? А ты что, не знала? Она же в Миллениум ходила на восьмое. Прокашляла караоке. Мужчины, шутки, комплименты. Ну и как? Понравилось? Конечно! Недаром я в мобильную группу вхожу. Кстати, девочки, ко мне внук Саша приехал. Саша, заходи. Саша идеальный внук, но всегда ходит почему-то в шапке. Даже в душ. А, собственно говоря, зачем он тут вышел? Я ищу своему внуку самую лучшую невесту. И вот Сауле Дусимбаева идеальный вариант. У нее же муж есть. Муж есть, а Саши-то нет. Девочки, а кто у нас еще в жюри? Костя. Костя. Костя, балам, я не поняла. Я здесь стою, а ты сидишь? Так, девочки, мы сегодня точно победим. А чего ты взяла, Рая? В жюри Сергей Васильевич. А ты представь заголовки завтрашних газет. Депутат Урываев отобрал деньги у пенсионеров. Что, опять? Да успокойся, твой-то сын Аубакировку уже закончил. Девчонки, а какие красивые мужчины у нас в жюри! Мужчины? Рая, ты что делаешь? Успокойся, я так со вторым мужем познакомилась. А кто твой второй муж-то? Да вот он в жюри сидит, знакомиться не хочет. Рустем Мереке, он такой душка. О, Рустам Абильдин, он такой душнила. Так, девочки, а кто ведущий? Алексей. О, Лёшу я еще таким маленьким помню. Он всегда таким был. Да нет, нет, я его помню маленький, голенький, по двору бегал. Когда? Вчера? Так, девочки, а есть что-нибудь нормальное? Есть. Показываем. Случай в магазине. Молодцы.
молодой человек, молодой человек. Мне, пожалуйста, синий Винстон и вино. А вам есть 21? Приятно. Так, а есть что-нибудь повеселее? Есть песня «Как вы провели прошлые выходные». Давайте. Раз, два, три поминки, нету больше Димки. В ритуале мы его недавно проводили. Так, стоп, это что? Это песня «Птичка». Его портрет повешен крив. Так, все, хватит, собрались все. Минуты покоя и секунды покоя. Дорогие друзья, а для чего, собственно, мы собрались? В КВН играет и смотрит молодежь. А для нас нет большего счастья, чем улыбки и смех наших детей и внуков. Мы создали вам хорошее настроение. Теперь мы пойдем создавать очередь за